Всем привет! Басовый эквалайзер Behringer BEC 700. В данном эффекте присутствует 7 полос эквалайзера и ручка громкости. Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте popmusic.ru, либо перейти по ссылке, которая находится под данным видео. Послушаем чистый звук. Включим эффект. Усилим основной тон бас-гитары, это где-то 400-120 Гц между. Добавим немного резкости, 4-5 килогерц. Можем добавить немножко яркости, 10 килогерц. Pop, 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 music.